ситуация такая. Мы идем за дом. Там кто-то отрезал котам хвосты. И все наговорили котик. На этого человека, котик. На Германа. Кто-то, короче, отрезал котам хвосты. Блин. И все наговорили на Германа, получается. Мы сейчас идем, снимаем, смотрим, что там произошло. К Герману приходила полиция, и какой-то чел, короче, слил номер моего брата. Типа он тоже виновный. Хочу напомнить, что на момент, когда это все происходило, когда к Герману пришла полиция какая-то, что сказать, я сейчас правду, это правда, честно. На этот момент мы были на другом конце города. Герман не выходил из дома. Мы любители животных. Я в ГТАшку чилил. И кто-то еще пытается нас оболгать. У нас есть доказательства, кто это сделал. Даже есть подтвердитель. Потому что это Никита сказал нам, что это сделал Рома. Типа он на нас наклеветачил. Даже есть подтвердительный материал, что нам один наш хороший знакомый сказал, что это сделал, а другой плохой человек, который очень сильно почему-то на нас разобиделся. Ну так вот, мы сейчас идем выяснять, кто это, во-первых, на нас наклеветал. Вначале мы идем доказывать, что мы не отрезали хвосты кошкам. Вначале мы никогда такого бы даже не представили и не сделали. Мы идем, короче, смотреть на котов. Идем, короче, смотреть, как там дела. Вот все такое. Якобы улики. Якобы улики какие-то на нас. Ну, на Германа, потому что к нему приходила полиция. У меня это было все окей. Я не понимаю, как нас, моего брата, к этому привязали вообще. И вообще меня. Я в офиге. Ой. Не трогай. Я не буду. Блять, вот без хвоста. Не могу привезти. Сейчас будет продолжение, я это, наверное, склею и смонтирую. Мы пришли смотреть, как у нее котенки пропали. Смотрите, вот одна кошечка тут сидит. Котов никаких мы не наблюдаем, получается. Какие-то твари. Мышь какая-то. Хорошая кошечка. Мы любим животных. Мы никогда не причиним вред животным. Правда. Мы же не клянемся. Могу понять, как это люди не могут просто понять. Ты моя хорошая, маленькая. Ей прям грустно ему. Да. И мы даже не можем... И котят нет. Какая тварь вообще обрезала котам хвосты. И мы это будем выяснять. Котов нету, котов. Не и котов, кстати, тут нету. Наверное, кто-то их снова украл. А, скажут все на него, как обычно, потому что он, как обычно, типа во всем виноват. Все, у нас есть доказательства, пошли. Бедный кот. Один остался, ему грустно. Это мама их? Да. Пошли. Пока. Бля, вот какие же чмошники, я просто в бачу. Бля, я не слышу, кто вообще такой шутник.